Здравствуйте, дорогие друзья, с вами интернет-канал Максимадзе, и мы опять продолжаем играть в Red Dead Redemption 2. Замечательная, веселая игрушка, и перед этим я бы хотел немножко поспать. В 9 утра проснуться, так, потом отвечу на сообщение. Ух, капец, как мне нравится эта игра. Миссии прикольные. Сюжет прикольный. А что самое интересное, случаются смешные моменты, когда на лошади там падаешь и так далее. Короче, у нас есть три варианта выбора. Хавьер Эскуэла, Дач и Хозия. Как там фамилия у него, я забыл. Хозия Матюс. Лили Мили. Это должники Штрауса. Выполнять эти задания не обязательно. И пока не буду это делать. Давайте-ка перейдем наконец-то к Датчу. Артур. Так, мисс Оши. Наконец-то мы встаем на ноги. Так что ты нашел покупателя на краденый облигации? Пока что нет. Но Хози над этим работал. Ну и когда мы пойдем на запад? Думаю, что скоро. Пока не знаю. Мне кажется, что многое изменилось. Весь мир изменился. Они больше не хотят видеть таких, как мы. На нас теперь идет охота. Мы умнее их. Только самые жалкие люди работают на правительство. Хорошо бы так. О, мистер Морган, поверьте Датчу. Они схватили Мику. Датч, Артур. Что происходит? Мику поймали. Его арестовали по обвинению в убийстве. Он был в Стробери. Спокойно, сынок, дыши. Они едва не лишневали меня. Они отвели его в дом шерифа Стробери. Говорят, что ему грозит виселица. Да уж, надеюсь. Эй, Артур, чего? Этот кретин сам во всем виноват. Сам знаешь, что я о нем думаю. За этим наносным гонором скрывается доброе сердце. Он хороший человек. Ну не, этого дурака я не буду спасать. Я не могу так. Мое лицо известно всему этому западу. Он бы тебя выручил. Да, вот это вряд ли. Ну ладно. Хорошо. Ленни, ты как? Конечно, я в порядке. Вид у тебя не очень. Возьми парня с собой в город, Валентайн. Но не в Стробери. Напои там его. И Артур, давай только без глупостей. Это в прошлом уже. И вытащи Мику из тюрьмы. Хорошо. Идем, сынок. Я все сделаю, Дач. Просто не могу все это бросить из головы пока. Мика Белл хмырит этот. Старикан Микки. Никогда он Артуру не нравился. И мне тоже не сильно он нравится. Я гнал сюда во весь опор. Ну что ж, тебе походу тоже досталось. Я вымотался. Мы только спустились в горы, и тут такое. Артур, Мика, псих. Чем вы там занимались? Вы мне должны были проехать вперед. Я все спрашивал его, мы будем делать. И он такой, не беспокойся, ты как? У меня там одно дельце, но ты его знаешь. Да, конечно, знаю. У него всегда так. Он был навеселее еще до того, как мы приехали. Потом мы встретили каких-то людей, одного из них Мика знал, и мы еще выпили. Причем это вроде как трезвый город. А потом он одного из них подстрелил, я знаю, каково это. Даже не могу объяснить, как это произошло, как будто меня ударила молния. Потом на нас бросились законники. Они уже собрались меня связать, но я ускользнул в самый последний момент. Теперь все будет хорошо, мы обо всем позаботимся. Значит, ты пойдешь его вызволять? Я с тобой. Нет, предоставь это мне. Давай пока выпьем и забудем про Мику. С выпивки все и началось. Мы просто выпьем по рюмочке, чтоб ты успокоился, а потом поедем назад. Да, конечно. Предупреждаю, мы с двумя парнями в прошлый раз попали тут в переделку. В какую переделку?
Ничего серьезного, обошлось без смертей. Все в порядке. Тебе виднее, Артур. Здесь есть бар. Выпьем здесь, пожалуй. Да давай уже просто возьмем и это. Спустимся. Че на лошадях-то сидеть? Надеюсь, не без драк обойдемся. Ух, солнце садится, уже надо побыстрее проходить. Одну-две, не больше. Да, Артур? Да, конечно, просто выпьем. Никаких драм и все такое. Два пива, пожалуйста. Вы, мне не нужны неприятности. Насчет меня можешь не беспокоиться, я просто защищался тогда. Ну, Томми, ничего, жить будет. На, выпей. Спасибо. Похоже, Мика многих тут знает. В этом-то и беда. Это ты к чему ведешь? Я... я видел много разных ужасов, но Мика... Я видел много разных ужасов. Мэй, может ты заткнешься? Просто заткнешься? Утихни, приятель. Волохи, а? Ну вы и скучные. Да не марься ты об этого дурачка. Да не марься ты об этого дурачка. Эй, послушай, дружище, ты обаятельный малый вроде бы. Нам надо с другом обсудить важные дела. Не мог бы ты пойти нафиг отсюда? Не в обиду, хоть сказано. Да, некоторым не угодишь. Я просто хотел проявить радушие. Да куда ж вы так много пьете, а? Вы же сейчас охренеете. Арт, Ленни, куда ты делся-то? Ленни, где ты? Так, Артур постепенно начинает охреневать. Ты чем занимаешься, приятель, а? О, здравствуй, Артур. Ненавижу это задание на самом деле. Честно говоря, даже не знаю. Да, они точно охреневают. Почему ты не женился? Скажи мне. Никто никогда не хотел выходить за меня. В этом-то и дело, понимаешь? Ленни, где ты опять? Куда ты делся-то? Ой, он внизу, походу. Дерется с кем-то. Ленни, ой, меня вообще укачивает уже, честно говоря. Ой, извините. Иди сюда. Ты не знаешь, где мой друг? Не трогайте парнишку, вы животные проклятые. С ничтожеством. Я разговариваю с ничтожеством. Эй, ты что сказал? Я говорю, что ты сказал? Эй, катись, приятель. Да, придержи свой язык, мистер. Что ты делаешь, господи? Ой, господи. Не, вы точно начинаете охреневать. Эй, все, все, хватит ссать. Ой. Ленни, где ты, скотина? Поздороваться. Черт, Ленни, хватит прятаться. По внешнему я выгляжу как Ленни, да? Блин, это же этот.
Ой, блин, Артур точно охреневает. И Лени сам тоже охреневает. Поздороваться! Лени! Сколько вы уже выпили, а? Лени. Лнени. Леми. Поздороваться! А, вот ты где, Лени. Неужто юбку напялил? Да тут, по-моему, все Лени. Поздороваться! Лнени. Иннел, блин. Кошмар какой. Так. Ястоворотза. Блин. Вот ты где, Лень. Опять юбку напялил. Может, Дженни? Леми, поздороваться. Да где ж ты, Лени? Ну, ё-моё. О, Артур, что ты делаешь? Эй. Ах ты. А, ты хороший друг, Артур. Тихо. Ваше здоровье. Ваше здоровье. О, опять ты. О, вот они, те самые люди, бля. Ой, законники появились. А ну пошли нафиг, я живым не дамся. О, чё-то я, походу, хлебанул немного. О. А чё я такого сделал-то, а? Я же американец. О. Ох, ребята, кошмар. Что он там сделал? Он просто дал пощечину. Вот это пощечина, да? Если Артур в трезвом виде даст ему пощечину, у него крыша слетит. Давай, вставай уже быстрее. Бухари, блин. Бухари, точно бухари, блин. Болван. Давай. Неужели сейчас опять будет? Господи, что вы делаете, а? Ну нафига вы так делаете, а? Выносливости даже нет. Грибы, трава, растения. Не просто так тебе, блин, в щи, блин, да нафиг, блин, нассало, а? Так, ладно. Где же лошадь моя находится сейчас? Вот хороший вопрос. Ой. Давайте-ка передохнем немного, а то... Не, ну нафиг лагерь еще разводить, блин. Давайте-ка я сейчас вернусь в лагерь, вернусь за лошадью, вернусь в лагерь и посплю. Чик-чик. Ух, решил я не отдыхать сразу. Поедем спасать Мику, а то ему реально виселица грозит. Будет, думаю, не будет это хорошо. Друзьям нужно помогать, даже таким, как Мика. Блин, чё у тебя? Чё ты? Беги давай, Артур. Артур немножко еще пьяный, поэтому... Но вроде бы трезвеет уже немного. Помаленечку вроде трезвеет.
понемножечку. Так, мы почти добрались до него. Извините, мне... некогда. Ой. Опять он дрисколы. Блин. Так, вот, стробери. Ну, блин, извините, мне некогда сейчас этим заниматься. Блин, а что метка поставилась где-то вообще не там, где надо? Убери-ка метку, иду отсюда. Вечно вот я нажимаю куда-то, и метка идет туда-то, куда-то не туда. Так, здесь он, походу, где-то. Артур, Артур. О, привет, старый друг. Хорошо повеселился, да? Ты вытащишь меня отсюда? Оу, я еще не решил. Ой, смешная шутка. А я и не шутил. Просто шок. За последние полгода я устал от твоего бесконечного хвастовства, блин. И мне теперь выпал шанс увидеть, как тебе заткнут рот. Но ты должен что-то сделать. С чего бы это вдруг? Я уважал тебя, Артур. Да, это твоя первая ошибка. Слушай, есть одна загвоздка. Я один, а вокруг целый город, полный людей, которые жаждут увидеть тебя на виселице. Ты должен что-то сделать, Артур. Эту стену можно проломить. Вот этим устройством, ну попробуем. Законники на нас нападут сразу же, конечно. Да, подцепи крюк с решеткой, попробуй выдернуть ее. Это будет новомодная техническая катастрофа. Просто потяни за рычаг и все. Ох, тяжелый какой! Пора уносить ноги. Идем. Ты что делаешь? Он из банды Одрискола. Проклятие. Блин, промахиваюсь. Еще и подтормаживает все. А еще дождь. Блин. Перезаряжай так долго оружие, я тебя прошу очень. Какие у нас там пушки? Давайте-ка вот эту я возьму. Она очень хорошо стреляет. Патронов у нее не очень много, но зато стреляет. С первого раза убивает. Выносливости у нас маловато, конечно. Так, бандана, где у нас? Я еще одну из дельца. Опять дельца. Оу. Блин. Скорее, в укрытие. А, это не то целебное зелье. Быстро давай мне что-нибудь пожрать. Ух, ну хоть что-то. Не с первого раза получилось убить. Блин, у меня уже темно за окном становится. Хромакей заглючить может. Зовите сюда всех, кто есть. Нам надо убираться отсюда как можно скорее.
У меня есть кое-что, и без этого я не уйду. У кого? У них. А, у нас же меткий глаз есть. Это полезная вещь, она нам точно пригодится. Блин, промазал. Сейчас я вам устрою ад здесь. Я. Ух, жестокие смерти здесь все-таки. Да блин. Нам лучше убираться отсюда. Не кипятись. Я сказал, мне надо кое-кого сейчас повидать. Эй, тощий, выходи. Не тощий, а Мика, а Норман. Для тебя никогда нельзя положиться, толстый кусок дерьма, блин. Ну-ка дай мне минутку, Артур. Привет, Мэнди. Скучал обо мне? Что он там делает, а? И что там было? Мои пушки там были. Я ему показал. Всему и всему городу покажу. Вот теперь, кажется, ты тронулся совсем. Да блин, кто там еще? А, вон он. Но там есть еще. Так что не отстаем. На, сдохни, тварь. Так, видишь лошадей? Да, вижу, вижу. Думаю, нам надо валить отсюда, Морган. Значит, ты теперь действительно хочешь валить отсюда? Надо перестрелять этих гадов сначала. Хороший выстрел. Так, все, сваливаем отсюда и как можно скорее. Еще, козлы. Так, ну все, я пристрелил жопу одной лошади, и мы теперь свалим отсюда, я думаю, точно. А, нет, смотрите-ка, еще некоторые... Да, блин, заряжайся скорее. Блин. Ваша лошадь погибла. Ух, у моей лошади здоровье уже. Ладно, проубираться, пока еще на хвост кто-нибудь не сел.
Ты неплохо стрелял, Морган, и это надо признать. Черт бы тебя побрал, ты что там устроил вообще, а? Я всего лишь повеселился немного. Повеселился, решил сходить в гости во время перестрелки? Эти пушки для меня важнее почти всего остального. Да, это я уж понял. А что это был за тип-то? Тощий? Да, мы когда-то работали вместе. Грабанули банк на юге, но дело кончилось скверно. Да, видел уж, чем это кончилось. Ему наплевать, кто он. Я начинаю жалеть, что не дал им этого сделать. За тобой должок и перед Леней теперь. Да, да, я вас всех хорошо отблагодарю. Тебе повезло, что дать по какой-то причине тебя прикрывает. Ух, наконец-то ушли от них вроде бы. Да, очень на это надеюсь. Даю тебе кобуру, выражаю так свою благодарность. И тебе спасибо, да. У меня был такой скучный день, но ты... сделал его повеселее, когда смог перестрелять полгорода. Забавный ты человек, Артур. Да почему ты вечно ходишь с кислой рожей, а? Да ты совсем не забавный. Почему ты ведешь себя как шут грохотливый? Да ладно, слушай, извини, мы теперь вроде семья, да, Артур? Ты и я. Сыновья дача, значит, братья. А иногда братья ошибаются. Я направляюсь в свой маленький лагерь возле Стробери. Заезжай как-нибудь, возможно, я найду, чем загладить перед тобой вину. Так ты не поедешь в дачу? Нет, я плохо себя вел, да, Артур. Я не могу показаться дачу, пока не поднесу ему какой-нибудь дар. И еще увидимся. Ух, ладно, у нас появился на карте кто-то. Это Хавьер Эскойл. А, территория теперь разыскиваемая стала. Так, еще Хози остался. Короче, осталось два выбора. Будут, конечно, еще. Куда ж ты слез? А, ну ладно, пофигу. Ладно, на этом мы закончим. Всем спасибо за просмотр. С вас лайкос, подписос, с меня эпичные видосы. Извините, что если хромакей начал сильно глючить. Потому что мне уже темно на улице. Фу, как это так неприлично. Извинись, Андреас. Ладно, короче. Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте. Там много чего интересного. Всем пока.